12 октября в Большом концертном зале Уникса выступит со своей программой Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Также в этот день выступит Институт вычислительной математики и информационных технологий. Эти выступления завершают серию концертных программ казанских институтов. Фестиваль проходит уже 10-й день и близится к своему завершению. Уже скоро, 13 октября, со своей программой в Казани выступят и Елабужский, и Набережно-Челнинский институты, закончив концертную программу фестиваля. Но день первокурсника на этом не закончится. Судьям фестиваля предстоит сделать трудный выбор. Кто получит первое место, узнаем уже совсем скоро. 27 октября состоится гала-концерт, где выступят победители фестиваля. Олег Ашин, Роман Полинсков, Универньюз.